Раньше я думал, что по контракту идут служить ребята, ну, у которых на гражданке как-то не сложилось, а деньги надо зарабатывать. Сейчас ситуация изменилась. Пассажиров в армии нет. Сюда приходят лучшие люди России. Многие из небольших городков и поселков. Они очень разные, но они настоящие. Россия всегда была богата героями, которые не выслуживались, а готовы были идти в бой за нее. Россия у нас одна, и другой не будет.